Итак, ребят, всем привет, мы продолжаем проходить Dead Island. Я желаю всем приятного просмотра. Поехали. О боже, эти несчастные. Мы не можем просто так оставить их. Вон их лаборатория. Продолжаем. Стрибак-то. Блин, мне бы... Там! Открывайте ворота! Здесь гости! Поговорите с матерью Еленой. Может, вы сумеете заставить замолчать колокола? Спасатель сказал, что ты идешь. Один из наших, одержимый демоном. Заперся на колокольне. Пожалуйста, помогите нам остановить этот звон. Они взывают к ученикам дьявола. Ну,
оружию, скоро кранты! Спасибо. Вы спасли нас. Эти демоны чуть было не пробрались в церковь. А Фрэнк... Его душа досталась зверю. Так палится. Голос неба теперь доступен. Так. Вот мне нечего, в принципе, брать. А хотя что? Ничего выкидывать. Наверное, выбор я что все-таки оставлю. Давайте я серп выброшу. Я все равно его раз не пожалуй. И палец выбрал. Так, факел. Шок. Это уже все мои деньги. Все мои мать деньги. Вам нужны припасы. Еда, лекарства. Мне жаль, но город уже разграблен. Вряд ли вы что-то найдете, если не будете знать, где искать. Я помогу вам, но только если вы пообещаете мне помочь, ибо вы здесь по воле Божьей. Вчера у нас кончилась вода. Две храбрые души отправились сегодня утром на насосную станцию. Они не вернулись. Конечно. Вы можете узнать, что с ними случилось? Деньги или, по крайней мере, вернуть нам воду. Деньги мне бы очень пригодили, потому что я бомж. 44 бакса. Пожалуйста, выслушай. Когда началось это безумие, мне удалось эвакуироваться сюда. Но моя жена и дочь не смогли этого сделать. Мне говорили, что видели их там, полуживыми, полумертвыми. Одному Богу известно, кто или что они сейчас, но моей семьей они больше не являются. Пожалуйста, это непросто, но я хочу, чтобы вы упокоили их. Остановили их страдания. Они заслужили покой. Они это... Вы это сделаете? Окей. Ладно. Спасибо. Вот их фотографии. Пожалуйста. Сделайте это быстро. Можно? На нас вчера вечером напали зараженные. Мне удалось сбежать, но я не знаю, что произошло с моей семьей. Если они выжили, они наверняка не знают, что и со мной все в порядке. Ты можешь сообщить им, что я жив? Я тут сделал несколько плакатов. Если сможешь развесить их по городу, возможно, кто-нибудь на них натолкнется. Точно. Развесь мои плакаты по всему городу, и тогда они, может быть, смогут меня найти. Ей, у нее диабет, и без инсулина. А долго она не протянет. Ладно. О, спасибо вам. Неподалеку есть аптека. Наверняка там должны быть инсулиновые ручки. Я подожду здесь. Не хочу бросать ее. Ну что ж, одна надо в могиле.
Уберите от меня, проклятую тварь! Ячейки здоровья восстанавливают. Хорошо. Давай-ка откроем. Саймон говорит. Я только здоровье отключил. Алло. Выполнил тогда задание Саймон говорит. Это еще и постер разбить можно. Поэтому давайте это и сделаем. Я погибаю! Спасибо вам. Тут еще многим людям нужна помощь. Поговорите с ними, может, пригодитесь. Я становлюсь лучше. Я пытаюсь починить радиостанцию, чтобы вызвать спасателей.
но мне нужны кое-какие детали. Нужен трансформатор и кабель. Их можно взять в магазине неподалеку. Сможете достать их для меня? Okay. А, окей. Хорошо, осторожнее. Это вы? Спасибо, что помогли мне. Отлично. Эй, амиго! Мы превращаем это место в крепость. И я главный по обороне. До того, как мы нашли это место, мы везде искали оружие, но нашли только деньги. Муче денеро. Так что если вы найдете спирт для коктейлей Молотова, мы можем с вами поделиться. Все равно хозяевам эти деньги уже не понадобятся, да? Ну ладно, хрен ли. 5 бутылок спирта. Мне кажется, это регулярное. Простите! Я Куан. Мы с братом приехали из Кореи на заработки, чтобы отсылать деньги нашим семьям. Я вышел из дома, чтобы купить еды, а эти твари накинулись на меня. Если бы не Ник, я был бы мертв. Это он принес меня сюда. Но мой брат все еще прячется в квартире. Наверное, он думает, что я мертв. Он там совсем один. Ему грозит опасность. Вы можете найти его и привезти сюда? Прошу. Можно. Мне нечего вам дать, но у нас дома есть деньги. Вы можете взять их. Мы живем на Сехат-стрит, дом 13. Прошу вас, найдите моего брата. Кроме Оли. Прошу вас. Нас было несколько, но на нас напали мародеры. Я бежал, и мне кажется, что я единственный, кому это удалось. Один из этих ублюдков забрал мой бумажник. Все мои деньги, кредитная карта, паспорт и фотография моей дочери. Она осталась в Нью-Йорке. Она единственная, ради чего я живу. Я здесь по работе. Обещал ей, что вернусь к ее 10-му дню рождения. Я так часто ее огорчал. Я не хочу нарушить это обещание. Вы поможете мне найти этих ублюдков? Я готов. Они напали на нас в аптеке, недалеко от канала. Вероятно, они все еще там. Окей, понял, братан. 134 бакса. Мой ингалятор почти пуст, а без него я задохнусь. А от стресса из-за всего этого мне еще хуже. Я знаю, что почти все аптеки разграблены, но если вы найдете хотя бы наполовину полный ингалятор, вы меня спасете. Можно. Спасибо. Не знаю, насколько хватит этого. Ну хоть деньги будут давать, а то вы вообще, я бомжар просто какой-то. Я за него беспокоюсь. Все дороже и дороже, скажем. У меня такой вопрос, а буду ли я ножом пользоваться вообще? Нашли что? Ну как? Может, вы мне поможете? Мне нужен отбеливатель. У меня здесь есть все необходимое, чтобы делать из него пертолетову соль. Мощная штука, используется в минах и гранатах. Если вы принесете мне отбеливатель, я дам вам гранату или мину. Что вам потребуется? Попробуем. Гуд, гуд, отлично. Вундербар. Любой отбеливатель пойдет. Новое применение отбеливателя. Это регулярное задание. Так. О, господи, сколько мы квестов взяли. Так, давайте... Первым выполним
дефибриллятором. Что, или на этом закончим? Ну как бы... Серия, может быть, и так... А время-то летит. Я за него беспокоюсь. Сделайте это. И я вам хорошо заплачу. О, боже! Обещаю. Вы его нашли. Спасибо. Огромное спасибо. В такие времена... У меня тут остались более утоляющие. Возьмите. Это мне более утоляющие. Не деньги нужны. Давай. Надеюсь, они все еще там. Так... Уже 2000, уже более чем. Ладно, ребят, давайте на этом закончим и продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.